главное предложение только сегодняшнего дня. Настоящий любимчик и наш бестселлер. Только 1200 новых телезрителей к нам пришли на телеканал. За время пандемии мы продумали тысячи новых интерьеров. И благодаря блокам интерьерного покрытия Нью-Йорк мы сделали новый ремонт вам. Вашу квартиру, ваш дачный дом, ваш загородный дом. И сделали это быстро. Внимание, сегодня дополнительная скидка, еще 1000 рублей. Цена была 10 тысяч рублей. Сегодня эта цена с бесплатной доставкой 5999. Посмотрите, фотографии до и после от наших телезрителей из разных городов. Ванная, туалет преображается. Многие выбирают, посмотрите, даже на потолок. Итак, внимание. Дуб молочный, холодный оттенок, такой перламутровый. Теплый графит, который уже полностью закончился. Альпийский дуб – это самый популярный, это наш хит. Кирпичный, любимый, да, излюбленный, желанный, такой, ну, привычный всем. И греческий мрамор, кстати, один из самых популярных цветов, золотой ретро. Знаете, вот когда оплеешь, картинка раскладывается очень красиво. Мозаика белая, травентина белый, кирпич белый, римский. Это то, что вы заказывали. Вы очень любите именно белые коллекции, но здесь вот разные, видите, эти кирпичи, доска. Римский кирпич бежевый, новинка. Шикарный такой, даже замшевый кожаный оттенок, травентина бежевый, карамель. Массив дуба, любимый цвет нашего режиссера. Посмотрите, панели какие, да, вытянутые, шикарные. И белый цвет, самый привычный. Ну и, конечно, представляем сегодня совершенный хит продаж. Еще раз, бесплатная доставка. 5%, если оплачиваете своей банковской картой. Итак, ремонтная бригада в лице самого главного прораба страны. О! Алексея Мичурина, который 15 лет занимается ремонтом, знает, как это сделать быстро, красиво, качественно. А я, Лена Мироненко, знаю, как недорого. Ну что ж, дорогие друзья, с удовольствием представлю вам данные стеновые панели, которые позволят вам сделать ремонт буквально за несколько часов. Да, ремонт можно начать и можно закончить в один день с помощью наших 3D-блоков. Еще раз, вы получаете в упаковке 20 вот таких вот блоков. Это 10 квадратных метров. Как ими пользоваться, я вам сейчас покажу. Очень просто. Так. Вы берете стеновой блок, вы снимаете защитный слой бумаги, Леночка, повторяй за мной. Это делается очень просто, как на детской наклейке. Под ней уже есть клеевой слой, то есть вам не нужно разводить клей. Вам не нужно брать кисти, вам не нужно дополнительных никаких тазиков, и все. И вы наклеиваете этот блок уже на стену. Стену готовить также не надо специально. Ее можно не выравнивать, ее можно не штукатурить, не шпаклевать. И наклеиваете либо на старую поверхность, ну, допустим, это кафель, либо какие-нибудь старые обои, которые уже невозможно снять, или дерево, либо на бетонную поверхность. Опять же, не штукатуря и не выравнивание. Не выравнивая. Клей универсальный, поэтому он подходит для любой поверхности. Смотрите, как легко мне очень нравится. С вами и загибаем на уголочек, либо вот так вот, если это у вас перегородка или какая-нибудь мебель, и получается очень красивая. Очень красивая. Вот, а самое главное, стена максимально быстро и ни в коем случае не колется и не царапается. Я приехала к подруге, у меня Настя, она стилист, она творческая женщина, она себе сделала вот такой кирпич. Во-первых, холодный, я говорю, Настя, это ты сделала, пока у тебя нет детей. Это небезопасно, когда есть дети, потому что можно царапаться, как я. Во-вторых, она потратила 25 тысяч только на кирпич. Плюс она там, ну, естественно, это делали знакомые, хотя в любом случае она оплатила работу. У нее было пыльно, у нее было грязно. Она говорит, Лена, ремонт — это капец. Это вот начинаешь делать, и все, ты готовишься. А если еще с семьей, то можно вообще развестись. У нас вы не разведетесь, у вас ваши отношения укрепятся. А самое главное, быстрый ремонт, недорого и качественно. Выбирайте сегодня по сниженной цене. Посмотрите, как аккуратненько, какой мягенький. Не прорезается, не царапается. Сразу же 20 блоков, 77 на 77, 10 квадратных метров. Я знаю, что многие сегодня выбирают сразу же по два комплекта. Это 20 квадратных метров, будет две пачки. В любом случае, скажи мне, ванну, туалет, где влажность? Можно, бывает грибок, нужно закрыть. Вот я сейчас обязательно покажу вам эксперимент с водой, который позволит вам действительно использовать данные блоки где угодно, даже во влажных помещениях. Еще раз, по поводу подготовки стен. Смотрите, облезлая краска, неровная стена. Не готовили стену прямо на эту старую краску. Были наклеены наши стеновые панели. И помещение сразу преобразовалось.
Друзья, дальше, посмотрите, это бетонная стена, на ней провода, на ней вот эти стыки даже не заштукатуренные. И мы берем, снимаем защитный слой бумаги так. И прямо на бетонную стену наклеиваем. Вы видели что-нибудь подобное? Нет. Вы видели обои, которые можно было наклеить сразу на бетонную стену? Нет. Обычные обои требуют ровной стены, требуют штукатурки, требуют клеевого слоя. Здесь уже все на данной поверхности. Провод оставляем внизу, дыры оставляем внизу. Благодаря 3D-фактуре все неровности скрываются. То есть, когда мы говорим, что эти обои выравнивают стены, мы подразумеваем то, что они скрывают все неровности и делают вашу красивую стену еще более красивой. Да. Так работают наши стеновые панели. Так просто, так красиво. И готово, так, да? Быстро и готово. Итак, внимание, это альпийский дуб. Вы сейчас видите, снимая защитную поверхность, специальный защитный слой, вы можете сделать это сами, справится даже женщина. Даже, кстати, самое интересное, что вот многие наши коллеги заинтересовались и уже поклеили у себя дома. У нашего Миколы Комендрова, вы знаете, это эксперт наш звездный в рубрике «Мода». У него есть кот Тёма, который точит свои коготки, и Микола решил этот вопрос. Давайте посмотрим интересное видео. Всем привет! Знакомьтесь, это Тёма. Этот малыш любит царапать обои. Вот, при входе в квартиру он уже царапал обои. Дверь в ванную мы на днях зачистили для того, чтобы как раз ее покрыть этими обоями. Здесь он уже за ночь снова сделал себе маникюрчик и оставил после этого следы. И для того, чтобы было гармонично, мы поставим обои по контуру кухни по низу возле окна. Ну что же, смотрим на результат. Вот здесь были ободранные обои, теперь здесь у нас рамка. Дверь в ванную теперь стала слитная вместе со стеной. И теперь у нас по контуру идет кирпич по стене. Смотрите, как удобно с ним работать. Даже трубы хорошо оформлять и подрезать под розетки. Очень удобно было под батарею проклеивать по стене. И даже оформить над плитой, соединить с керамикой. И просто у Миколы получилось, да, как раз таки справиться с проблемой коготков. А бывает что, на даче? Деревянная поверхность. Да, и вот здесь вот как раз и заползают какие-то насекомые. Да, то есть мы закрыли с тобой щели, мы закрыли с тобой дыры, и мы сделали неровную деревянную стену, вот такой вот красивый. Итак, выбирайте безопасная дистанционная покупка, ваш новый интерьер. 20 листов на 10 квадратных метров. Сегодня сниженная цена 5 999. Лучшее предложение. We'll be right back.